Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено ловле диких певчих птиц. В основном у меня это щеглы. Сейчас отправимся на место ловли. Все покажу потихонечку, расскажу. У нас уже практически весна пришла. Вступила в свои права. Вон, видите, чеснок повылазил. Повсходил. Клубника просыпается. Значит, по поводу гибридизации несколько слов важных. Когда я начинал эту рубрику снимать, я думал, я тут такой вот новичок, ничего не знаю. Но оказывается, есть единомышленники. Ребята тоже решили первый раз попробовать гибридизацией заняться. Значит, друзья, напоминаю, и настоятельно вам рекомендую всех новых певчих диких птиц, которые вы поймаете, обязательно пропоите от глистов и обязательно пропоите от клеща. Самое вредное, самое опасное – это трахейный клещ, которым в основном и награждает дикая птица канареек. Почему я решил на этом заострить внимание? Потому что многие стали обращаться с жалобами, типа вот Кеннер, вон куры пришли, слушают. Кеннер якобы захрапел, песня пропала. У кого-то кончики пальчиков начинают, ну я имею в виду у канареек, кончики лапок начинают набухать. Это все симптомы клеща. В общем, обязательно. Я рекомендую ивермектин или ивермек, действующее вещество ивермек. Вот. Значит, поймали, пропоили, а потом начинаете гибридизацию или просто держите своих птиц у себя дома. Так. Вот на такой западок-хлопок ловлю я сегодня с 6 утра. Сейчас я вам покажу, что поймал, кого поймал. Импровизированный штатив. И там была с 6 утра камера. Камера направлена была сюда, на щегла. Вот сейчас вот таким вот образом снимал, только немножко увеличил. Вот, то есть видно нормально. Но у меня не получилось. Задача была такая, чтобы прилетел щегол. Кстати, я тут с помощником. Охранник у меня, видите, может он тут кукарекает, отпугивает щеглов. Но тем не менее, поймал щегла, но уже, кстати, к сожалению, вернее, не смог зафиксировать сам процесс хлопка, как все это дело происходит. Ну, буду стараться, еще может получится. Ну, пока так, пока так. Итак, вот у меня новый трофей. Вот это подманная птица. Кстати, скоро буду всех выпускать. Может, даже, наверное, через недельку. Ну, к концу марта обязательно всех щеглов выпущу. Нет, два оставлю на гибридизацию. Итак, вот сегодня поймал. Вот он сейчас успокоится, посмотрим. Все, буду выпускать. Сейчас посмотрим. Здесь... Вот такой щегол. Все, улетел. Шустрый, блин. Не ожидал я. Вон он далеко улетел. Ну, в общем, сейчас такая ловля и будет. То, что буду ловить, показывать и отпускать. Возможно, попадутся щеглы, возможно, зеленушки сейчас должны уже прилетать к нам. Я имею в виду наши края. Все, заряжаем хлопочек. Кстати, просили размеры хлопка. Сейчас рулеточку возьму, скажу вам размеры хлопочка. Западочка, вернее. Итак, погода портится. Я западок снял. Перед нами западок. Просили размеры снять. Сейчас я вам покажу размеры западка. В общем, обзор западка. Это вот такой вот... отдельно стоящий подвесной западок. Можно вешать его где-то на забор или на дерево. Ну а поскольку нужна манная птица, желательно,
Вот таким образом он вешается сюда. Так, ветер сильный дует. В общем, сегодняшняя ловля, видите, с 6 утра одного фигуа поймал. Вернее, я его отпустил. Он сам вырвался. Это мой подманник. Можно его сейчас, но еще оставлю. Итак, основной западок, хлопок. Западок. Длина 46,5. Ширина ровно 16. Высота 12,5. Значит, можно поменьше, можно побольше. Тут смотрите сами, как вам нравится. Первый отсек 13,5. Помещение для манной птицы 21, 21,5. Ну, вроде так, да? Так. Речка. Кубик этот, сейчас я его замерю. Сантиметр, да, ровно сантиметр. Дверка. 13,2 миллиметра, что-то такое. Вот, смотрите, я меряю. Так получается 10,1 миллиметра. А если с ножкой, тут еще ножка, видите, вот, вот тут ножка. Вот я сейчас так померил 10. А если от ножки, то 11,5. Так, ну вот этот рычаг, я думаю, уже как бы можно больше, меньше нежелательно. Рычаг 17 сантиметров. Все, в принципе, да? У кого золотые руки, можете сделать себе такое. Разобрать. Сделать, допустим, два. Один разобрать, прислать мне по почте. Адрес уточню, если желание будет. Все, друзья. На сегодняшнее видео подходит к концу. Продолжение следует. Всего доброго вам. До свидания.